Саша Дубов, Коля Венедиктов и Дима Анкудинов – юные герои. Мальчишки не раз выполняли боевые задания, переходили за линию фронта, проникали в тыл врага и заставляли сведения командованию. В декабре 1941 года в районе деревень Зайцево и Бельково, в 12 километрах от Тулы, провели разведку противника. На обратном пути парни зашли в один из домов деревни Бельково погреться. Здесь предатель и выдал разведчиков фашистам. Вскоре наши войска освободили Бельково. Во враге за околицей были найдены 3 припорошенных снегом трупа. Перед расстрелом разведчиков зверски истязали. У Коли Венедиктова фашисты вырезали на спине крест. Сашу Дубова и Диму Анкудинова кололи штыками. Диме выкололи глаза. Ребят нашли со сцепленными руками. На последние минуты своим рукопожатием они поддерживали друг друга. 3 друга посмертно были удостоены медалей за оборону Москвы. Комсомольские билеты ребят хранятся в музее современной истории России. А на месте гибели юных разведчиков стоит обелиск, изготовленный комсомольцами Косогорского металлургического завода в 1971 году. Им было всего 15-16 лет.